Под час моніторингу робоча група навідали більше 2300 населених пунктів, де знайшли звиш 5,5 тисяч об'єктів, які не використовувалися. Попередні виніки обслідування підвели на початку року на нараді з уділом керівництва в області. Тепер ситуацію вирішили обміркувати у більш широкому составі. За 4 місяці, що пройшли після завершення моніторингу, недзі 250 об'єктів знесли, прикладно стільки ж утягнули у господарчий оборот. Причому тут не тільки будинки промислового призначення, на улік поставили навіть некалькі жилих домов. Урешті, навошта узводить нове, коли старі знаходяться у доброму стані і не використовуються. Это все те отдельно стоящие жилые дома, которые сегодня не заселены. И мы сегодня видим, что их достаточное количество, и ряд из них, которые находятся в хорошем техническом состоянии, мы будем предлагать для продажи с аукционных торгов. У ГАР райвыконкома кажут, что до конца года все объекты, которые выявили рабочие группы, будут задейничены и изнесены, когда их стан не отповедает потребованиям техники безопасности. Зробить это ранее было не завсёды махчимо. Выявить частку объекту протяглый час не могла ни одна комиссия. Их не быто и не было. Во всяким разе на паперы. Это тяжко поверить, а я подчас мониторингу на Гомичне выявлено около 450 объектов, которые не находятся ни на яким улику. Такие будинки-привиды. По документах их не існує, а лишь на практике осени стоять. У областном территориальном фонде Гомель Абрамаймыть кажут, что планы по утягнению объектов коммунальной власти у оборот в целом реальные. У значной ступени этой надеи связываются с поляпшением ситуации в экономике и развитием уластного бизнеса. Когда мерковать по выниках проводимых аукционов, у темлику прас интернет, затекавленность у набытии таких объектов есть. Причем у некоторых выпадках першочарговая цена может возрастать больше у 1000 разов. Открываются новые производства, бизнес расширяется у многих предпринимателей, которые к нам уже неоднократно обращались. И наладив одно производство, они уже обращаются и подыскивают себе объекты для новых видов деятельности. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».